такое вот карповое кресло. Так, сейчас название посмотрю, где тут было написано. Fisherman Ultra, да, точно. Вот так вот это все выглядит дело. Наклон регулируется вот таким вот. Как их назвать-то правильно? О! Можно поспать. Привет. А можно рыбу половить снова. Вот все фиксируется. Вот так это выглядит механизм. Обязательно откручивать с обоих сторон нужно. Такие вот тут зазубрины, которые фиксируют кресло. Так, что тут у нас? 5,8 килограмм весит и держит нагрузку до 150 килограмм пользователя. Материал Oxford, мягенький, внутри какая-то пенка. Вот, складывается, в принципе, достаточно быстро, всего лишь пару движений. Раз, это сюда же, да, получается? То есть это мы сложили, и спинка... Спинку откручивает на крутить крепление. Кресло в сложном виде. Все очень быстро. Так, и ножки. Ножки регулируют по высоте. Мы вчера уже такое делали, видели. Правда, здесь не вынимаются. В модели RF-42 они вынимаются. Любой рельеф можно подстроить. Можно наклонно сидеть, можно на равнине сидеть. Или просто сделать кресло повыше. Ну, хочется повыше. Сейчас мы настроим. Я 1,85 м, посадка примерно у меня вот такая вот. Подлокотники металлические. Сам каркас тоже металлический, не алюминиевый.